Наша съемочная группа не пропускает ни одного события, связанного с ЕГЭ. И сейчас мы сможем пронаблюдать, как проходит досрочный период в Пермском крае. Участниками первой волны стали как взрослые, то есть выпускники прошлых лет, так и дети. Школьников обычно немного. Кто эти смельчаки и почему они сдают экзамены раньше всех? Сейчас расскажем. С собой ничего лишнего, только паспорт, аккредитация и микрофон. Продолжается досрочный период ЕГЭ. Ранней весной экзамены сдают более 500 человек. Из них всего 27 школьников, остальные – взрослые. Когда заканчивал школу, сдавал только два экзамена основных. Получается, нет, три. Русский язык, математику профильную и обществознание. Потом я решил пойти в театральное училище. Решил, да. Для этого надо сдавать литературу. Я вот эти два года готовился к поступлению. Максим сдает ЕГЭ досрочно, потому что в июне начинаются пробы, к которым надо готовиться. Просим будущего актера почитать стихи. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Что ж, мы надеемся, что этот экзамен оставит только положительные воспоминания. И кто-нибудь из присутствующих потом скажет, что это было чудное мгновение. Ведь для многих ЕГЭ – это первый шаг к мечте. Кристина собирается стать военным переводчиком. Я закончила школу в прошлом году. Досрочно сдаю, потому что решила переступить в другой университет, потому что поняла, что там, где я учусь, это не мое. Взрослые, особенно те, кто школу закончил давно, усердно готовятся к ЕГЭ. А вот о простых правилах забывают, поэтому на входе организаторы заботливо предупреждают каждого участника. Сотовые телефоны запрещены. В каждой аудитории организовано видеонаблюдение. Надеяться можно только на свои знания. Сколько баллов планируете набрать? 80. Вы для себя такую планку поставили, что не меньше 80, да? Ясно. А как вы учили в школе? Как у вас было с литературой? Ну, средний. Раньше всех в пункте оказался Даниил Гарипов из Куиды. Для него литература – важный предмет, ведь он мечтает стать журналистом. Я никогда ЕГЭ особо не боялся. Для меня это просто обычный экзамен. Самыми популярными дисциплинами среди сдающих ЕГЭ досрочно стали профильная математика, обществознание, биология, физика. На первом месте – русский язык. На него зарегистрировалось 274 человека. Для школьников это обязательный предмет. Поэтому, что касается подготовки, то наши герои к этому вопросу подошли ответственно. Просто больше времени уделяла профильным предметам, которые нужны для поступления, чтобы не волноваться излишний раз, чтобы до экзамена за ночь там не перебирать все вот это, вот не решать горы тестов. У каждого из этих ребят есть веская причина, по которой они не смогут присутствовать на экзаменах в основной период. Ученики школы номер 107 Дмитрий Рылов и Михаил Назарычев – известные фигуристы. В конце мая они будут на сборах, поэтому пришли на ЕГЭ досрочно. Если брать насколько серьезно, то вот недавно мы вернулись с чемпионата мира, где я и моя партнерша, мы стали вторыми. До этого там еще на финалах, гран-при. Короче, очень много что есть. Этих ребят вполне можно считать первопроходцами. Они пришли на ЕГЭ в то время, как их одноклассники еще только готовятся к экзаменам. У меня 5 ручек. Я думаю, что мне пригодится именно на русском, потому что нам столько нужно писать, сочинения. И вообще, я думаю, что черновиков мне понадобится много. Ох, волнение, конечно, вообще одолевает меня. Ну, думаю, что все будет хорошо, ведь нас готовили лучшие учителя. Жалко, что не все участники досрочного периода проявляют ответственность. Многие приходят на экзамены с опозданием. Хорошо, что есть организаторы, которые всегда поддержат. Первый этаж. Удачи тебе.